Ребята, всем привет! Сегодня мы разбираем с вами секцию I Love English модуля 8. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потеряться в следующем году. У меня будет еще больше полезных для вас видео. И счастливо вам отдохнуть летом. Не забывайте также посмотреть контрольную работу и экзит-тест. Поехали! Первое задание. Соедини, прочитай и соедини, затем разыграй. Ребята, для удобства я просто поставила вам буквы. Итак, пример. What time do you get up? В какое время ты встаешь? Ответ C – 8 часов. Второе. What do you do in the morning? Что ты делаешь утром? Ответ E – I have a shower, then I have breakfast. Я принимаю душ, потом я завтракаю. Третье. Does Emma watch TV at night? Эмма смотрит телевизор ночью. Ответ A. Yes, she does. Да, смотрит. Четвертое. It's 6 o'clock. Are the girls at home? 6 часов. Девочки дома? Ответ F. No, they aren't. They play basketball every afternoon at 6 o'clock. Нет, их нет дома. Они играют в баскетбол каждый раз после обеда в 6 часов. Далее. Пятое. Ответ B. When do Larry and Lulu watch a video? Когда Larry и Lulu смотрят видео? At night. Ночью. Шестое. What does Lucy do in the afternoon? Что Люси делает после обеда? Ответ D. She paints pictures. Она рисует картины. Ребята, перейдем ко второму упражнению. Послушай и нарисуй время. Посмотрите, пожалуйста, что я вам просто написала, сколько время, вы сами маленькую стрелочку подрисуете. Итак, завтракает 8 часов. Come home. Приходить домой, слушаем аудиозапись и смотрим, что в 4 часа. Ужинать в 7 часов. Go to bed. Идти спать в 9 часов. Пожалуйста, нарисуйте правильно стрелочки, ничего не перепутайте. И переходим к следующему заданию. Read and answer. Прочитай и ответь. Итак, что делает Тина по утрам и по вечерам? Поехали. My favorite day. Мой любимый день. By Tina. Написала Тина. Итак, смотрим. My favorite day is Sunday. Мой любимый день – воскресенье. I get up at 9 o'clock, have breakfast and go to my friend's house. Я встаю в 9 часов, have breakfast, завтракаю и иду в дом моего друга. Далее. We go to the park and play basketball all morning. Мы идем в парк и играем в баскетбол все утро. Далее. Второй абзац. In the afternoon I watch TV or play games with my little sister. После обеда я смотрю телевизор или играю в игры с моей маленькой сестрой. In the evening I have supper, then I listen to music. По вечерам я ужинаю, затем я слушаю музыку. At 9 o'clock I go to bed. В 9 часов я иду спать. Sundays are happy days for me. Воскресенье – самые счастливые дни для меня. Итак, смотрим. What's Tina's favorite day? Какой любимый день Тины? Воскресенье. Второе. What time does she get up? В какое время она встает? At 9 o'clock. Давайте посмотрим. В 9 часов. I get up at 9 o'clock. Да, правильно. Does she play basketball in the morning? Она играет в баскетбол по утрам? Yes, she does. Да, она играет. Да, посмотрите, вот ответ. Далее, четвертое. What does she do in the afternoon? Что она делает после обеда? Ребята, не знаю, что делает Тина, а сейчас вы, пожалуйста, обязательно возьмите и подпишитесь на мой канал, и это будет очень круто. Итак, а Тина, вот, она, she watches TV, она смотрит телевизор, играет в игры. Кстати, нужно сказать plays, да? Добавить окончание s. Видите, я пишу быстро, потом часто исправляю. Смотрите видео до конца.
and plays games with her little sister. Посмотрим. Она говорит здесь от первого лица в тексте, поэтому I watch. Но когда мы говорим she, она, значит, мы прибавляем окончание s. Далее. What time does she go to bed? В какое время она идет спать? She goes to bed at 9 o'clock. Ребята, на этом все. Всем счастливо, классных каникул, подрастите и встретимся в следующем году.